Знакомьтесь, это Максим Малец, граундспоттер, то есть коллекционер стадионов. Все приключения записывает, ведет свой блог о спортивных аренах. И так 10 лет. Работа в сфере туризма позволяет совмещать ее с хобби. Был в Италии, Венгрии, Белоруссии, Чехии. Но любимые стадионы, конечно, испанские. Берут своей атмосферой. Планов, конечно, есть попасть в Англию, на родину граундхоппинга. То есть потому что там было придумано это движение граундхоппинг именно англичанами, поэтому в будущем, ближайшем, надеюсь, попасть в Лондон. Прогуляться по раздевалкам, коридорам арены, там, куда не пустят обычного зрителя, для Максима легко, но свой секрет не раскрывает, а началось все с любви к значкам команд. Для того, чтобы купить значок, нужен стадион, потому что на стадионе есть фан-шоп, где продаются эти значки. То есть как бы одно хобби приросло в другое. Сегодня Макс пополнил свою коллекцию. Тренер скаут БК «Химки» Денис Караульнов подарил ценные экземпляры. Нижний Новгород, да, это не летом сделали этот значок. Ага, вот это отличный вариант. В копилке Максима больше полусотни арен, большинство футбольные, а баскетбольных центров ноль. Юбилейным 55-м стадионом стал паркет БК «Химки». Я решил впервые посмотреть баскетбол, вот, и мой выбор пал на «Химки». Но мне просто как-то хочется именно почему-то «Химки», не знаю, это необъяснимо. Ну, здесь играет швед, мне как бы цель взять его автограф, сфотографироваться с ним. Автограф от лучшего игрока Евролиги только после игры. Впереди 40 минут борьбы баскетбольных клубов «Химки» и «Астана». Равная борьба 49-46. Большой перерыв. Вместе с Максимом идем смотреть, какие развлечения есть для зрителей. Я вижу здесь краски. Может быть, мы нарисуем тебе что-то на руке? Я готов. Татуировку очередную. А что хочешь? А что там? Какие варианты у меня есть? Баскетбольный мяч. Согласен. А тем временем стартовала вторая половина игры. Химкам нужна победа. Последние секунды. 93-80. Достойная победа БК «Химки». Для полного комплекта Максиму нужна фотография с кумиром. Его долгожданный автограф шведа. Граундспоттер у Макса практически без ошибок, да, написано. Сложное слово, да. Вообще, я доволен. Крутая атмосфера, победили, все круто было. Я сюда обязательно еще раз вернусь. Следующая цель Максима – дворец спорта «Динамо» на водном стадионе. Пожелаем ему удачи. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.